Коллеги, добрый день. Меня зовут Голованов Алексей. Я являюсь экспертом по испытаниям Агроцентр Самара. Мы находимся в Безимчукском районе Самарской области, где вашему вниманию я хочу представить поле с двумя вариантами озимой пшеницы. Я стою на границе двух вариантов. Слева от меня вариант по занятому пару, предшественником является ячмень. И справа вариант черный пар. Сейчас мы зайдем на вариант по занятому пару. Как мы видим, остатки стерни ячменной. Здесь проводилась подкормка аммиачной селитрой в дозе 100 кг на гектар сеялкой СЗТ. Поперек рядков вносили, так как была сухая корка. Растения низкие и слабые. Сейчас пойдем на вариант по черному пару. Как мы видим, картина явно изменилась. Мы видим более насыщенную пшеницу. Она более массивна. Фаза начала кущения. Также была произведена подкормка 100 кг. По удобрениям на обоих вариантах у нас одинаково. И я извлек два случайных попавшихся растения на обоих вариантах. Как мы видим разницу? Это у нас по занятому пару, это у нас по черному пару. Развитие корневой системы, правда, она не отмытая, так отбил. То есть разница видна явно.